Здравствуйте, меня зовут Лишенко Анна, я врач-педиатр. На моих приемах молодые родители все чаще спрашивают, чем же лучше стирать детские вещи и как это делать правильно. Давайте более подробно обсудим этот вопрос. В составе обычных порошков для стирки содержатся некоторые компоненты, которые могут навредить детской коже. В первые 2-3 месяца жизни кожные покровы только начинают адаптироваться к внешней среде. Защитные функции еще плохо работают, кожа тонкая и может повреждаться от любого воздействия. Поэтому до 3-летнего возраста мы рекомендуем стирать детские вещи отдельно от взрослых и только специальными средствами. Очень важно, чтобы они были безопасными и с гипоаллергенной одушкой. В составе средств Fine Effect Baby не содержится хлора, фосфата, полиэтиленгликоля, которые есть в большинстве стиральных порошков. В основе активных компонентов Fine Effect Baby гель содержится экстракт календулы, который заживляет и обладает бактерицидными свойствами. В основе кондиционера Fine Effect Baby содержится экстракт ромашки, всем известный как природный антисептик, который защищает и питает кожу малыша.